Приветствую вас. Начнем, пожалуй, с того, что спросим у вас о том, с чего вы вообще взяли, решили, что у вас депрессия, почему вы считаете, что у вас депрессия. Откуда это взялось у вас понимание того, что депрессия, вот, значит, это первое. А второе, как это проявляется, вот. То есть, значит, чем это мешает вам жить? И я полагаю, что, исходя из этого, уже можно будет сделать вывод. Исходя из этого, уже можно будет сделать какие-то предположения относительно того, в чем состоит ваша проблематика и так далее. Ну и если у вас действительно депрессия, то я полагаю, что самым правильным здесь будет обратиться к врачу, психотерапевту по месту жительства, для того, чтобы он вам продиагностировал возможную депрессию и назначил соответствующее лечение, потому что депрессия – это такое же заболевание, как и все остальные. И если вы хотите от него избавиться, то я полагаю, что здесь вот очень важный такой момент для понимание данной проблематики. Вот. Что касается психологов, то с точки зрения психологии, то, что можно сказать вам, да, это то, что депрессия является некое такое социальное подавление, то есть своего рода, ну, своего рода подавление родителей, да, то есть родитель подавляет. И, соответственно, что-то подавляет вас. Вот. То есть какая-то тотальная такая несвобода, которая не позволяет вам быть собой. Которая не позволяет быть той, кто вы есть. И здесь очень важно увидеть, как, когда, с какого момента это все началось. Ну, вот это вот ваше состояние. Вот. И, соответственно, тогда уже решать именно психологические моменты. То есть важно понять, что психотерапевт, врач, он вам выпишет определенные лекарства, может быть, лечение назначит, которое поможет вам самой оказаться более восприимчивой к тому, что, например, будут говорить вам психологи, да, как бы лекарства увеличивают восприимчивость психотерапии к психотерапии. Вот.
вполне возможно, что вам это нужно, но решать такие задачи может только врач. Соответственно, я не врач, поэтому насчет этого вам ничего не подскажу. Вот. Но надеюсь, сама идея о том, что депрессия развивается именно как результат подавления желаний, как подавление потребностей, я надеюсь, что вот данная позиция вам будет близка, потому что именно из этого и состоит ваше депрессивное состояние. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы именно по тому, что я сказал, по психологическим фактам, по психологическим моментам, вот, обращайтесь в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.